Я писал, очень прекрасно заблудиться.
просто не понимать, что я делаю, для чего. Поэтому маленькая просьба, пожалуйста, для себя потеряйте. У вас такой возраст, когда можно такое сделать. Можно такое слепить свою жизнь. Поэтому никогда не слушайте тех, кто вам скажет, что прости, но твой посыл просрочен, чтобы что-то не пить. Поэтому, друзья, Свет Полоня. Меня. А кто подарил? Ну, пойдешь за курицей.
Посмотрите, кто рассказал, потому что мы забыли. А, сейчас плакат. Все плакат. Да, они такие гулечки. Спасибо. Так вот. Знаете, я хотел сделать уборку. Я понимал, что это когда-то, когда мне было годик, три годика. Это же был тоже очень маленький, маленький.
One moment.